Джапаров, номер 7-й, Магомед Загир Загиров, 53-й, Абдулла Зилпукаров, 18-й, Амир Ильясов, номер 11-й, Ренат Исаев, 25-й, 20-й, Никита Чистяков, номер 14-й, Мавлади Шамилев и номер 4-й, Умар Шамилев. Успел. Не хватило воздуха. Главная атака команды прессинг. И на первых же секундах, друзья мои, у нас голы на первой. Мяча уже на первой минуте. Вновь подмечаем это. Казбек Черкесов. Классная атака прошла. Подача Даргой. Едва сейчас. Абумуслим Магомедов спасает свою команду после удара Абдуллы Зилпукарова. Еще один угловой, и Зилпукаров второй раз подряд. Друзья, прессинг. Черкесов, Сангурбеков, рядом есть партнер. Сангурбеков пошел, дриблинг. Прадагаев, прострел, не удался. Сангурбеков, удар, и Магомед Расул Омаров. Как мне кажется, именно голкипер сейчас. Черкесов борьбу проиграл, заброс. Чистяков один там на правом фланге. Зилпукаров. Еще один прострел. Алиев. Удар. И браво ногами. Отбивает. И все-таки забивает футболисты команды Дарго. На 25. Прозвучал свисток Курбан Магомеда Гафурова. А значит, второй. Три человека в стенке. Алипанахов у мяча. Разбегается Вагап. Удар! И не зря он поставил мяч. Красивым ударом поражает ворота соперника. Как бы ни старался Пейзелаев. Классная передача. И здесь остается мяч в поле. Амиралиев. Амиралиев. Прострел! И Сангурбеков! Какой момент сейчас! Не реализовали игроки в центр. И здесь Амиралиев. Вновь на Сангурбекова. Черкесов. Черкесов бить. Омаров в ближнем углу. Там, где и должен стоять голкипер. В тяжелом матче одолев команду прессинг. Браво. Желтые восьмером. Без единой замены играли они весь матч. Ну и Дарго также. Браво.